Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов оценил ход реконструкции и ремонта дорог в Муравленко. В этом году в городе выполняется серьезный объем работ по дорожному фонду. Привести в порядок планируют 13 объектов общей протяженностью более 7,5 километров. Самые масштабные работы сегодня проходят на улице Ленина от украинских строителей, включая перекресток до улицы Губкина. Здесь запланировано расширение проезжей части 13-14 метров. У нас здесь вообще либо канализации не было, мы ставим вот такие. С обоих сторон освещения, ремонтируем газон, гидропосесть. Делаем две остановки. Здесь, кстати, тоже остановка стоит. Спасибо за поддержку. Сегодня прямо на российской. Работы сейчас выполнены на 85%. На завершающем результате находится до 31 августа у подрядчика срок окончания работ. Главную магистраль города ежегодно приводят в порядок участками. В этом году на отрезке протяженностью 410 метров. Здесь проектом предусмотрено устройство водоотводных лотков, ограждение на пешеходных переходах и перекрестках, установка средств организации дорожного движения и озеленения. Появится и 45 новых опор освещения в единой стилистике с теми, что уже установлены на отремонтированных участках улицы. А это микрорайон Российский. Здесь капитально ремонтируют два участка проезжей части на 70 лет Октября и улицы Муравленко, включая перекрест. Проезжую часть расширили на 2 метра. Для удобства пешеходов организуют новые тротуарные пути, установят теплые остановочные павильоны. На следующий год мы планируем вот так вот с администрацией. Да, вместе с администрацией. Здесь уже будет 700 метров. Еще будет вот этот участок. И на въезде у нас остается этот участок более километра. Мы его дотягиваем. Специалисты отмечают, все дорожные работы ведутся с соблюдением сроков, предусмотренных контрактами. Контроль по всем объектам ежедневно ведут специалисты управления коммунального заказа. Инна Борисова, Петр Князев, новости Муравленко.